Добро пожаловать на служение церкви Авант. Мы надеемся, что это послание ободрит вас, вдохновит и взбудоражит вашу веру. Будьте благословенны. Добро пожаловать на служение современной церкви. Мы так рады, что вы присоединились к нам сегодня. Меня зовут пастор Бен, я ведущий пастор служения «Современная церковь» в городе Ванкувер, Канада. Для меня большая честь принести вам послание, которое благословит и вдохновит вас и расшевелит вашу веру. Давайте начнем с молитвы, а потом сразу же перейдем к посланию. Господь, спасибо Тебе за возможность собираться вместе благодаря современным средствам коммуникации и делиться Твоим словом, получать вдохновение из Писания. Дух Святой, мы просим, чтобы Ты поднимал в нас откровение. Когда мы будем вместе обсуждать Твои принципы, пусть они меняют нашу жизнь и помогают нам менять наш мир для Тебя. Молим Тебя во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Сегодня я хотел бы поговорить о силе обещания и о том, что мы, верующие Христа, имеем обещание для нашей жизни, и мы ответственны за то, чтобы следовать за ним. У меня есть друг по имени Андреас. Это прекрасный человек, он очень интересный. Мы часто вместе играем в баскетбол или в бильярд, а также я люблю смотреть, как он ремонтирует машины. Однажды мы играли в баскетбол. Там был я, еще один мой друг, Андреас и его друг. Мы играли 2-2. Скажу честно, может, я так и не выгляжу, но мы побеждали. Команда Андреаса проигрывала. И это было прекрасно, но вдруг Андреас начал говорить своему другу, который был значительно ниже всех нас, «Неважно, какой у тебя рост, важно, как ты создаешь пространство вокруг себя». В баскетболе создание такого пространства очень важно. Он продолжал говорить, «Мэтью, создавай пространство». Он имел в виду, «Сделай так, чтобы я мог сделать пас на тебя, и ты мог как-то повлиять на ход игры». Как только Андреа стал говорить это и постоянно повторять «Мэтт, создавай пространство», они начали побеждать. Я понимаю, что эта история очень простая. Если вы увлекаетесь баскетболом, то вы скажете «Ну, конечно, ведь именно так и играют в баскетбол». Но в тот момент Бог начал говорить со мной. Дух Святой начал говорить со мной. Он сказал, «Бен, тебе нужно создавать пространство для веры. Тебе нужно так расположиться, чтобы я смог тебя использовать в том, что я делаю на этой земле, чтобы принести пользу для Иисуса и Царства Божьего». И сегодня мы поговорим о том, как создать пространство для веры в вашей жизни. В словах Иисуса, в Библии мне очень нравится то, что неважно, какой вы высокий, какой у вас цвет кожи, на каком языке вы говорите, важно лишь положение вашего сердца и ваша готовность в вере повиноваться Божьему призванию. Сегодня мы погрузимся в Писание, поговорим об обещании и о том, как его активировать. Пусть ваши сердца будут открыты, а ваш разум внимателен ко всему, что Дух Святой желает сказать вам. Я, как и любой другой человек на этой земле, хочу быть благословенным. Я знаю, что и вы тоже хотите быть благословенными. Вы хотите наслаждаться благословениями этого мира и всем тем, что Бог создал для нашей радости и удовольствия. Но если говорить о благословении в разрезе Писания, то оно выглядит не таким уж материальным или потребительским, как нам часто кажется. Я хочу, чтобы моя жизнь была идеальной, и чтобы в ней были все блага, но это не то, к чему я должен стремиться. Часто, когда мы говорим «я хочу быть благословенным», на самом деле мы имеем в виду «я хочу идеальную и при этом простую жизнь». Хочу заметить, если вы посмотрите на свою жизнь, то поймете, что так не бывает. Жизнь даже очень богатых людей не бывает простой, не говоря уже о тех, кто живет в крайней бедности. Все люди имеют свои собственные трудности, проблемы, свои горы, своих великанов, которых нужно победить. Надеюсь, что в ходе этого разговора вы поймете, это благословение не идеальная семья.
или идеальная работа, или идеальный дом, идеальные дети, идеальная улыбка, идеальный угол камеры, чтобы выглядеть идеально в соцсетях. Я имею в виду прекрасную, благословенную жизнь в Божьем призвании, в которой могут быть свои трудности, которая может отличаться от вашей мечты, но в конечном итоге она идеальна для вас, потому что она находится в совершенной воле Отца. Одна из величайших иллюзий заключается в том, что маска совершенства не может спрятать вас от всего того, что вас беспокоит. Но Бог говорит: «Я создал тебя для чего-то удивительного», а это может вдохновить вас на смену перспективы в жизни. И это поможет вам сфокусироваться, бежать еще быстрее и твердо держаться Божьих принципов и обещаний, что бы ни возникало на вашем пути. Все это возможно благодаря Иисусу и благодаря тому, что вы сфокусируете свой взгляд на Нем, на первопроходце и совершителе вашей веры. Только так мы с вами сможем достичь этих обещаний. Если посмотреть на вопрос трудностей и испытаний, то мне всегда интересно, как люди подходят к ним. Часто мы говорим: «Господь, если ты сделаешь для меня это, то я сделаю для тебя то». Такой себе обмен. Но на самом деле мы должны бы говорить: «Иисус, ты сделал для нас все, поэтому я сделаю для тебя все, что угодно». Это тот момент, когда отдаем Ему все свое сердце. И Бог призывает всех нас, всех Его детей, осознать, что полное подчинение наших сердец и нашей воли Ему, если мы хотим получить победу и всю ту благодать, за которую Христос заплатил вместо нас, то от нас требуется сказать: «Да будет не моя воля, а Твоя». Когда я только переехал в Ванкувер с женой и тремя детьми, это было 3 года назад, все, что, как я думал, будет легко, было тяжело. А все, что я думал, что пойдет тяжело, оказалось легким. И я понял, что обещание, которое дал мне Бог, переехать сюда, начать церковь, менять этот мир и менять жизни людей с помощью Евангелия, требует от меня пожертвовать тем, что казалось мне легким, и быть послушным в простых вещах, которые, как я ожидал, будут сложными. Но Бог всегда оставался верным. Иногда я вспоминаю сложные моменты и думаю: «Ух ты, Бог так верен своим обещаниям». Мы сделали шаг веры и последовали за этим обещанием, а Он поддержал нас во всем, что мы делали. Да, было непросто, но мы видели чудеса, которые решали наши проблемы. Мы видели, как двигался Бог, принося с собой невероятные чудеса и знамения, которые решали наши проблемы. Убивали наших великанов, двигали горы и заставляли стены падать. Когда Бог присоединился к нашей вере, мы начали все больше приближаться к Его обещанию. И благодаря этому мы сегодня стоим здесь и можем вкладывать в вас. Возможно, вы не знали об этом, или эта информация нова для вас. А возможно, вы уже слышали об этом, но забыли. Но Бог имеет обещания для вашей жизни. Библия говорит, что все мы были созданы с предназначением. И это предназначение подкреплено Словом Божьим, в котором полно обещаний для нас с вами. Эти обещания дают нам силу в нашем хождении веры, когда мы идем от силы в силу и от благодати к благодати. В послании к евреям, 11 главе, 1 стихе сказано, это известный стих: «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Хочу заметить, что ваша вера жива, как никогда, когда она устремлена за Божьими обещаниями для вашей жизни. В Библии упоминается великий человек веры. Возможно, вы уже слышали о нем, но немного рассмотрим его историю. Его зовут Авраам. Но до того, как называться Авраамом, его звали Авраам. Наша история начинается в Бытии, 12 главе. Будьте очень внимательны, потому что это тот самый человек, которого апостол Павел обсуждает в послании к римлянам, 4 главе, и говорит о силе его веры. Он пишет, что Авраам поверил Богу, и это было вменено ему как праведность. Ваша вера должна быть в партнерстве с праведностью. Вы не можете жить с праведным без веры, и вы не можете жить с полную
веры, жизнь без праведности. 12 глава Бытия. Мы видим великое обещание, которое Бог дал Аврааму. Отголоски этого обещания пронеслись сквозь века, и мы с вами живем в исполнении этого обещания. Давайте прочитаем его. Это 12 глава, 1 и 3 стих. «Господь сказал Аврааму, «Оставь свою страну, свой народ и отцовский дом, и иди в землю, которую я тебе укажу. Я произведу от тебя великий народ и благословлю тебя. Я возвеличу твое имя, и ты будешь благословением. Я благословлю тех, кто благословляет тебя, и прокляну того, кто проклинает тебя. И через тебя получат благословение все народы на земле». Какое сильное обещание! Бог сказал это Аврааму, и Аврааму нужно было сделать выбор. Он либо верит в то обещание, которое Бог произнес для его жизни, и из-за веры в него начинает двигаться в этом направлении, либо он отвергает это обещание и живет по своей воле и своим стандартам. Но, как мы знаем, у Авраама была и вера, и праведность, и он последовал за призванием Божьим для его жизни. Любопытно, что земля, в которую Бог призывал Авраама, это небольшой участок земли на Ближнем Востоке, который также известен как плодородный полумесяц. Это территория Месопотамии, плодородный участок, окруженный пустыней. Но на этом полумесяце проживало множество цивилизаций. Красота этого обещания в том, что Бог пообещал поселить Авраама в этой плодородной земле, где соединяются сразу три континента — Африка на юге, Азия на востоке и Европа на севере. Бог сказал, обещание для тебя. Народ, который я произведу от тебя, займет эту прекрасную землю. Если бы вы посмотрели на географию этого места в исторических книгах, то поняли бы, что все империи того времени понимали, что для того, чтобы оставаться сильной империей, нужно владеть этим участком земли. А Бог сказал Аврааму, что именно там разместит его, в самом желанном месте мира, и он будет процветать там. Возможно, вы находитесь сейчас в сложной ситуации. Возможно, вам тяжело или некомфортно, но Бог поместил вас туда не просто так. Он обещает принести жизнь, принести Иисуса, принести послание о трансформации, искуплении, нести свидетельство о благости Божьей. И во всем этом мы можем ожидать больше чудес и знамений, потому что если вы приходите туда, куда зовет вас Бог, если вы послушны Ему, то Его Дух начинает двигаться. И мы читаем здесь, когда Авраам сделал этот шаг и переехал со своей семьей, Бог начал действовать через разных людей и приносить ответ и великую надежду, которую мы теперь называем «Мессией» Иисусом Христом. Вы должны знать, когда мы хотим чего-то для Царства Божьего, то это будет чем-то ценным, важным и весьма достойным. Но в мире есть враг, князь тьмы, который хочет лишить нас всего этого. Если в вашей жизни будет момент, когда вам нужно будет встать и сражаться, то сражайтесь за Божьи обещания. Не сражайтесь за то, что вам кажется хорошим. Сражайтесь за то, что Бог считает хорошим для вас. Стойте твердо. В числах 13 главе с 18 по 20 стих сказано так. «Посылая их разведать Ханаан, Моисей сказал, «Идите через Негев и идите в Нагорье. Посмотрите, что это за земля и что за народ живет там. Силен он или слаб, мал или велик. Какова земля, на которой он живет? Хорошая или плохая? В каких городах он живет? Без стен они или укреплены? Какова там почва, плодородная или бесплодная? Есть там деревья или нет? Будьте смелыми, возьмите с собой плодов этой земли». Как раз настала пора созревания винограда. Здесь Моисей посылает людей в эту землю, чтобы принести отчет об этой земле. Как я уже говорил, этот участок земли желали заполучить многие люди. Именно поэтому Моисей просит их рассказать, какие там города,
укрепленная или нет, какая там почва, какие там плоды. Шпионы пошли, а потом вернулись. Когда они пришли, то принесли с собой такие огромные грозди винограда, что нужно было два человека, чтобы донести одну гроздь. Огромные плоды. Очевидно, что это плодородная почва. Но также они сообщили, что люди, живущие в той земле, это потомки великанов. Они были большими и сильными, но мне нравится, что сказано в книге чисел, 13 главе, это 31 стих. Халиф успокоил народ перед Моисеем и сказал, «Идем и овладеем землей, ведь нам это по силам». Он сделал это заявление на основании обещания, которое дал им Бог. Это слова веры. Несмотря на то, что там живут великаны, если Бог пообещал, что мы возьмем эту землю, то мы должны взяться за это обещание, устремиться к нему с верой и сделать это обещание реальностью. Хочу спросить вас, а вы записали обещания, которые дал вам Бог? Думаете ли вы о них, когда принимаете какое-то решение? Идете ли вы к ним с верой? Если вы еще не делаете этого, то я очень рекомендую вам делать это, потому что, когда вы сталкиваетесь с великанами, горами и другими препятствиями на вашем пути, Бог говорит, «Я дал тебе обещание, я дал тебе силу Духа Святого, и ты можешь все в укрепляющем тебя Иисусе Христе». Мы видим, что если вы получили большое обещание, то, скорее всего, его защищают огромные великаны. Но хорошая новость в том, что Бог, живущий в нас и наделяющий нас силой, больше того, кто в этом мире. Он обещал нам, что мы победители. И если Бог обещал вам что-то, то, скорее всего, что-то будет мешать вам получить это обещание. Поэтому вам придется сражаться за него в вере. Нужно оставаться сфокусированными на Боге и на Его Слове, чтобы вы смогли унаследовать все те обещания, которые дал вам Бог. Вы можете стать влиятельным человеком в любом месте. Как бы ни было сложно или темно, знайте, что вы здесь не просто так. Вы здесь, чтобы нести свет Иисуса. Вы должны занять свое пространство. Не расстраивайтесь из-за того, куда Бог поместил вас. Осознайте, что у Него есть цель для вас. У вас есть предназначение. Ваши трудности должны принести трансформацию и искупление тем, кто вас окружает. Но это происходит лишь тогда, когда вы говорите об Иисусе. Скажите так же, как сказал Халиф перед всем Израилем. «У нас все получится, потому что так сказал Бог». Если он так сказал, то так и будет. Не бойтесь делать такие заявления веры. Его обещания для вас благие. Они – да и аминь. Поэтому вы должны держаться за них и черпать от них силу. Когда Бог говорит «Я сделаю тебя великим», мы воспринимаем это по-человечески или с человеческой точки зрения. Возможно, вы думаете, если Бог сказал, что сделает Авраама великим, то он имел в виду, что его народ будет великим с военной точки зрения, а также будет иметь огромные территории, как Греция или Римская империя. Но Бог имел в виду совсем не это. Он не сказал, что сделает Авраама великим с военной точки зрения или с экономической. Бог имел в виду, я сделаю так, что ты будешь влиятельнее, чем любая армия, любые деньги или любая экономика. Ты создашь вокруг себя такое пространство, благодаря которому придет Мессия, и на землю придут небеса. Именно поэтому в Евангелии от Иоанна Иисуса спрашивают, какими знамениями он может доказать, что он Мессия. Тогда иудеи спросили у него, каким знаменем ты можешь доказать нам, что ты имеешь право все это делать? Иисус ответил им, «Разрушьте этот храм, и я в три дня восстановлю его». Иудеи ответили, «Этот храм строился 46 лет, а ты собираешься восстановить его в три дня?» Это вторая глава.
Иными словами, Иисус говорит: «Я собираюсь разрушить ваше мышление о том, что Бог желает создать какую-то всемирную империю. Я разрушу все стены, которые люди воздвигли на пути к Богу, и сам займу это место. А через мое воскресение я дам власть тем, кто на земле, всем, кто поверит в меня, власть делать невозможное, быть гражданами небес здесь и сейчас». А вот что он имел в виду, и это обещание для нас с вами. Он не пытался основать сильную нацию, которая бросит вызов Риму. Он основал царство, которое пронеслось через века и которое бросит вызов нормам этого мира. И мы с вами — живое доказательство того, что Иисус Христос пришел, жил, служил, занял наше место на кресте, а потом воскрес, дав нам искупление и спасение. А что самое важное — доступ к Святому Духу, который помогает нам исполнить все обещания, данные нам Богом. То, что Бог называет величием, очень отличается от человеческого определения величия. Вопрос — где сейчас греческая империя? Где Персия? Где Вавилон? Их больше нет. Но царство, которое Бог создал через Авраама и Иисуса, существует по сей день. Это свидетельство об обещании, которое было дано еще в книге Бытия. Бог сказал: «Я благословлю тебя и благословлю через тебя все народы земли». Каким же благословением для этого мира является Иисус? Писание говорит, что нет больше иудея или язычника, мужчины или женщины, раба или свободного. Иисус пришел и убрал все эти барьеры. И теперь все мы имеем доступ к обещаниям. Теперь все мы имеем доступ к силе Божией, к искуплению и к спасению. И благодаря нашей вере мы можем следовать за Богом. Так мы увидим, как падут стены, как падет великан или как гора упадет в море. И все благодаря нашей вере в Иисуса. Бог дал вам какое-то обещание. Вы знаете об этом. Запишите его. Он поместил вас в какое-то место и создает там пространство, чтобы вы могли оказывать влияние. Задействуйте вашу веру. Свидетельствуйте вашим друзьям о Божьей благости. Знайте, что Он с вами, и что Он идет перед вами и за вами. Возьмите все, что Он приготовил для вашей жизни. Не стесняйтесь и не бойтесь. Вы призваны к величию, не к такому, как думают люди. Ваше величие в том, чтобы собирать сокровища на небесах и создавать наследие на земле. Наследие — это те люди, которых вы оставляете после себя. А сейчас я хотел бы помолиться за вас. Дорогой Небесный Отец, спасибо за каждого, кто смотрит нас. Я знаю, что Ты говоришь к ним. Я молюсь о том, чтобы те обещания, которые Ты дал им, как великий автор их жизни, расшевелились благодаря их вере прямо сейчас. Я также молюсь за всех тех, кто еще не знает Тебя. Они могут следовать за Тобой, просто сказав: «Господь, я верю в Тебя, как в Господа и Спасителя». Дух Святой, наполни их своей силой. Пусть они почувствуют Твою любовь так, как никогда. Библия говорит, что нужно лишь исповедать устами и поверить сердцем, что Иисус — Господь, и вы будете спасены. Вы можете получить спасение здесь и сейчас. Я молюсь о ваших семьях и ваших городах. Во имя Иисуса. Аминь. Надеюсь, вы были благословлены, а также ваша вера была взбудоражена. И Бог будет продолжать работать с вами, чтобы исполнить те великие обещания, которые Он дал вам во славу Божью. Благословений вам и прекрасного дня! Спасибо за то, что вы подключились к служению церкви Avant Life. Если вы хотите просмотреть больше нашего контента, пожалуйста, посетите наш сайт и другие социальные медиаплатформы и многое другое в церкви Avant Life.